Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В интернете набирает обороты новый тренд. Этакий ответ россиян на непомерный аппетит автопроизводителей и взвинчивание цен. Короче говоря, граждане ходят по автосалонам, где продают бюджетные марки Lada, Hyundai, Kia и фотографируют ценники. Гранта почти за 900 тысяч рублей, Нива за ту же цену. Люди недоумевают, почему на сайте завода указана одна цена, а в салоне другая. Ответ прост. Как же дилер будет зарабатывать, если не прибегнет к всевозможным допам. Добавлю, специалисты прогнозируют до Нового года еще пару-тройку скачков цен на новые машины. Трасса 101. Лет через 15 обычных автомобилей на российских дорогах не останется. Их заполонят беспилотники. Такой прогноз сделал представитель Министерства транспорта. Чиновник, видимо, учился у своих старших коллег, которые, помнится, обещали к 2000 году каждой российской семье по отдельному дому или квартире. Нет, ну правда, в России еще столько мест, где отсутствуют и нормальные дороги, и заправки, и прочая инфраструктура. Также в Министерстве считают, что максимум к 2035 году все грузы и пассажирские перевозки в нашей стране будут осуществляться без участия водителей. Трасса 101. Цены на автозапчасти в этом году в нашей стране выросли на 10-20%. Спрос на них тоже увеличился. По мнению специалистов, это связано с тем, что многие отказались от покупки нового авто из-за его дороговизны и стали ремонтировать имеющиеся средства передвижения. Более популярными стали аксессуары, которые не считаются обязательными и покупаются в качестве подарка родной ласточке. Это молдинги, накладки и прочие декоративные элементы. Трасса 101. Вот-вот Kia запустит в продаже обновленного Cerato. Стоимость новинки пока неизвестна. Сейчас седан продается по цене от 1 300 000 рублей с учетом скидки. У машины изменились передняя оптика, решетка радиатора и бамперы. Впервые использована модернизированная эмблема бренда. Что касается моторов, то тут изменений не произошло. Базовым является бензиновый 128-сильный двигатель объемом 1.6. Топовые версии оснащаются 2-литровым 157-сильным агрегатом. Трансмиссия, механика либо автомат. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.